Завтра «Алания Владикавказ» сыграет очередной матч. В пятом туре первенства России среди команд профессиональной футбольной лиги «Зоны Юг» наша команда встретится с клубом «Краснодар-3». Игра на поле соперника. Начнется матч в 6 часов вечера. Напомним, это пятая игра нашей команды. В прошлом туре «Алания Владикавказ» уступила на своем поле «Черноморцу» из Новороссийска. С 3 поражениями и 1 победой «Алания Владикавказ» занимает 12-е место.